Всем доброе утро! Начинаю свой очередной влог. Сегодня у нас опять новый день. Вот такая вот красотка я с утра, да? Помыла лицо, сейчас буду мыть волосы. Мы уже помыли дочку, переодели. Сейчас она у меня без памперса лежит. Так, у меня сегодня запланировано очень много работы. Запланирована еще прогулка также. Так, что мне нужно будет сегодня сделать? Сегодня мне надо... Вчера я покупала, помните, рыбу, горбушу, мне ее надо засолить, курицу надо будет разделать, пропылесосить, вытереть везде пыль, прибраться, так сказать, ну и в то же время провести время с доченькой. Так что вот такие у меня планы на сегодня, если кому это интересно, оставайтесь со мной, а сейчас я пойду приводить себя в порядок. Девчонки, помыть голову становится для меня огромной работой, так сказать, потому что нужно это делать все быстро, в темпе вальса, иначе у меня малышка вообще, если я вдруг, ну, волос какой-то, если я вдруг на секунду исчезаю с ее вида, это все трындец. Это значит рев, плач. Ну, я не знаю, как вам объяснить. На секунду уходишь, да, и она орёт и в слезы. Короче, я должна быть видна для нее постоянно. Вот, ну, быстренько помыла. Взяла на ручки, и она сразу замолкла. Сразу. А такой рев стоял. Надо было слышать. Да? Чё ты плачешь? Чё ты плачешь? Зайка плачет. Сегодня ночью, кстати, вообще плохо спали. Опять проснулась в 4 и никак не засыпала. Я ее укачала и так пыталась, и так, и на животик даже выкладывала, чтобы она уснула. Еле-еле, я не знаю, до 4 мы вообще очень плохо спим в эти дни, а после 4 засыпаем. Вот с чем это связано? Зубиков я пока не видела, животик прошел вроде как. Я не знаю, в чем проблема. В чем проблема? Макушка. Маковка. Вот ей вот так нравится. Такие мы. Такие мы, скажи, без памперсов. Ну все. Привела себя в порядок. Сейчас соберу волосы. Немножко еще сырые. Так, только челку подсушила феном. Надела сегодня маечку. И, кстати, сегодня я воспользовалась вот таким вот новым дезодорантом от Garnier. Ни разу такой не покупала. До этого сейчас покажу, какой у меня был. Мне он очень нравится. Здесь маковка лежит. С дезиком играется. Я вот ей дала такой, он уже почти пустой. Так, это у нас от Avon. Кто вот такой вот пробовал? Вообще классный аромат. У меня даже была туалетная вода. Она такая дешевенькая, но очень вкусная. Вот. Ну, там уж чуть-чуть совсем осталось. И сейчас вот новый такой. Это у нас весенняя свежесть, очищающая моринга. Ну, аромат приятный. Да, такой цветочный-цветочный. Так что волосы дома с распущенными, конечно, не походишь. Ну, а так очень было бы даже хорошо. Да, маковка? Как тебе вот такой дезодорант? Игрушка новая. Мы играемся во всем. Вот так вот лежим, развлекаемся, да? Развлекаемся. Ну, у нас очень много дел сейчас. Все, собираю волосы и идем делать дела.
Сейчас буду солить рыбу. Для этого у меня горбуша, как вы знаете. Она у меня большая, кило 200. Но я думаю, здесь целая голова занимает 200 грамм. Сейчас разделаю ее вот на такие филешки. Ну, с косточкой, да. А потом, когда уже все засолится, я распределяю уже просто на филе. Это так делаю, чтобы было удобней положить в посуду, да, которую мы будем засаливать. Рыба неплохая. Смотрите, какой красивый насыщенный цвет имеет. Дочка под пылесос уснула. Представляете, под пылесос. Так, ну и все. Вот 4 куска получается. Голову я буду выбрасывать, потому что готовила в тот раз уху, мне не понравилось. И вот хвост тоже. Так, теперь беру я соль и сахар. Примерно, да, я даже, знаете, не рассчитываю никогда, не считаю, сколько чего, да. Просто возьму соль и сахар и буду засаливать. У меня целый майонез на ведро соли. И вот здесь немножко сахара. Ну и сейчас вот на дно вот этой посуды я буду выкладывать соль. Где-то вот столечко. И сюда же добавлю сахара. И сейчас буду обмазывать каждый кусочек солью и сахаром. Сначала солью. Вот так вот щедрот, от щедрот, так сказать. Много тоже не надо, конечно. Вот так вот. Сейчас. Так, и сахар также посыпаем. И натираем. Сбоку, снутри, да? Также натираем. И еще соли немножко вовнутрь. Здесь вот по бокам. Теперь вот так вот хорошенько все натираем. И отправляем в емкость. Сверху опять посыпаем немножечко солью и немножечко сахара. Завернули все в пакет и отправляем в холодильник где-то на 2 суток. Ну или плюс-минус там 1,5 сутки. Время от времени кусочки переворачиваем. Так, разделала я курочку. Курочка у меня, кажется, такая большая была, 2 с чем-то килограмма. Смотрите, какая большая куриная грудка. Вот 99 рублей килограмм курицы, это вообще хорошая цена. Здесь у меня окорочка и крылья, и здесь у меня хребет. Как вы знаете, я все время вот так вот делаю, и мне так удобно. Сейчас мне что осталось сделать? Допылесосить здесь, да?
Да, Маковка? Да пылесосить не осталось маме здесь. Потом надо будет маме вещички достирать и сварить макароны, потому что подлива у нас есть. А в это время у меня вот так вот лежал пылесос, потому что дочь заснула, и я не стала ее будить. И в итоге у меня свалился телефон с подставки, и она проснулась. Так что продолжаю заниматься делами. Ура! У нас весеннее солнышко! Прям так светло сразу стало, и на душе так тепло стало, что солнце светит. Так классно! Маковка, видишь, солнышко светит, как ярко. Здесь не очень видно. Вот здесь очень видно, как светит солнце. Перестирала детские вещички. Вот. Все чистенькое, все свеженькое. Это еще вчера стиранное, а эти сегодня. Вроде бы совсем недавно вытирала вот это вот зеркало. Мы хотим, конечно, сюда шкаф купить, но пока не до шкафа. Вот. И оно опять грязное. Моей дочери нравится звук пылесоса. Представляете? Она прям кайфует под него. Я вообще в шоке. Она не плачет, она просто расставляет руки и просто-напросто кайфует. А, звук пылесоса, как он может нравиться. Вот такие вот пироги. Ну, на сегодня, наверное, все. Я дела дома доделала практически. Нравится мне газетой вытирать? Пишите, кстати, кто чем вытирает зеркала. Я люблю газетой. Получается вообще чисто. А в этот раз взяла салфетку. Представляете, самое главное забыла. Мне же надо пыль вытереть везде. И здесь протереть, и там протереть. Я вообще позабыла. Ну вот сейчас как раз-таки этим и займусь. Дегустировать сейчас вот эту вот рыбку. Это у нас Иваси Доброфлот. Смотрите, жидкости вообще нет. Классно, да? Вкусненько. У мужа на обед сегодня картофельное пюре, остатки подлива, и я сварила рожочки вот такие вот. Девчонки, я поставила тесто здесь на батон и на пирог. Представляете? Сейчас расскажу. Тут у меня опять компотная смесь. Буду делать компот. Нам он так полюбился, понравился. Будем пить повторно уже. То ли в четвертый раз, то ли в какой-то раз. Что это такое? Сейчас уберу. Я не собиралась спать вообще. Но так получилось. Я уснула вместе с дочей. И мы проспали где-то полтора часа. Сейчас время 15 минут шестого. А у меня тесто только 15 минут как поставлено. Дома хлеба не осталось. Буду сейчас быстрее приготовить нужно будет, потому что сейчас муж скоро придет, а у нас шаром покати. Потом надо что-нибудь организовать на ужин. Я даже не знаю, что. Пирог хочу сделать капустный. Давно не пекла. Вчера еще капусту свежую купила. Сегодня, думаю, испечь. Так, что еще у меня тут? Сейчас посуду помыть. Ну, короче, все навалилось. Я вообще уснула. Но зато так классно поспала. Ну, сказать, что классно, не сказать, да, потому что я, знаете, такой сон видела. Будто бы мы с подругой где-то там на тусовке. Это вот, знаете, то время, когда я еще была такая молодая, да. И потом я на машине за рулем. И я подруге говорю, давай, говорю, я поеду к маме. И мы звоним маме на телефон, мама берет трубку, а мама уже давно нет живых, как вы знаете. И мама такая говорит, давай, приезжай, да. И говорит, мне так, говорит, плохо, мне так, говорит, страшно. И мне так вот с таким, знаете,
С такой тяжестью в сердце я проснулась, если честно. Ой, ну ладно, хаир дадим. Думаю, что все будет нормально. Тесто поднялось. Сейчас буду формировать батоны. Компот уже готов. Вынесла на веранду, чтобы подостыл. На улице, кстати, похолодало. Девчонки, на ужин я решила потушить побольше капусты, да, сделаю из него еще пирожки. Здесь у меня вот тесто. Я хочу испечь пирожки в духовке. Почистила уже одну морковку. Сейчас мелко нашинкую капусту, морковку, лучок и потушу на сковородке. А потом это будет и как начинка для пирога, да, для пирожков. И также муж у меня очень любит капусту тушеную в любом виде. Он капусту просто обожает, поэтому он будет у меня есть тушеную капусту. Вот такой румяный, красивый пирог у меня получился. Аромат вообще обалденный. Сверху смазала сливочным маслицем. Ну, попозже, наверное. Я часа через два, может, чай попьем, покажу в разрезе. Если не забуду, конечно. А так вот, такой вкусный. Муж большей части поел батона. Кстати, я поменьше. Я столько бы не съела. Смотрите, помните, маленький был? Вот мы его почти доели. И вот один большой такой. Тоже румяный, мягкий. Ты что делаешь? А вообще у нас проходит чаепитие вот так. Муж сидит там, я сижу там, а Маковка посередине в коляске. Да, Макуль? И мы так пьем чай, скажи. Макусик. Зубки чешутся, да? Десна чешутся. Почесать надо, да. Чешутся, что ли? Чешутся? Чешутся, скажи.